Ну и вот за моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел. Вот мы видим, подъезжают местные жители, которые хотели попасть на тот берег. Хотели на тот берег, да, попасть? Очень. На тот берег хотели попасть, да? Да. Там живете, да? Да. Ну, за харчами треба сходить. Да, да. А что вы хотите? Да не, ничего, видите, теперь никак.